Дошка делает осьминожков. We too? Габи тоже делает осьминожков. Молодец. Да, все, положи по краешку, делай дальше. Делай дальше карточки. Вставляем. Сосисочки, папочки. Вставляй, покажи, как ты делаешь. Осторожно, ничего страшного. Да, ничего страшного, вставляй. Tell everybody to visit my channel, cause we're making a new video today. Ну вот, когда ты его сделаешь и поднимешь, тогда мы будем обсуждать. Yeah, cause I got a lot of videos that we didn't make. So sorry everybody who's my channel, who's watching my mom's channel. Не переживай, все доделывай, потому что водичка уже закипает. Вот и Дошечка наделал, сколько умничка, уже специалист, это он уже третий раз делает сам. У нас сегодня такой приятный, прекрасный день. Сегодня среда, сегодня 9 число, 9 августа, и начинается сезон фильмов под луной, Moonlight Movies. В районе Ричмунд-Хилл нам... А, хорошо. Да-да, я поняла. Вот. И, в общем, короче, мы едем. По идее, мы должны встретиться там еще с парой наших друзей. С двумя парами наших друзей, с детками. Обычно это такой романтический период. И, по большому счету, многие семьи собираются там для того, чтобы вместе поужинать и посмотреть фильм. Погода нам сегодня, слава богу, повезло. В принципе, когда дождливый день, то у них есть тоже скеджул на накрытые, в крытом помещении, в спортзалах школ обычно каких-нибудь или комьюнити-центров. Но сегодня хорошая погода на улице, поэтому мы будем на улице. Поехали! Мы пока еще подъехали в Walmart, там кукурузу купить по скидке. Вот гуси переходят на стоянке всегда дорогу, всегда они здесь лазят. Вот, гуси-гуси, га-га-га. Canadian goose. Мое видео на твой канал. Надо